был красный, переходящий в зеленый. Пытался остановиться. Не успел. Влетел в машину и меня выкинуло на пешеходов. Нет, небольшая скорость уходила от удара. Соответственно, ну, машина от удара куда-то убирается. Соответственно, ну, это уже не контролируется. То есть, ну, я врезался, машина дальше неконтролируемая. Просто выезжала машина, и я попал в нее. Все. Автомобилем, который раскидал людей по Остоженке, управлял рэпер LA. Нам удалось узнать у него подробности происшествия. А вот что сейчас происходит на месте, в каком состоянии находятся пострадавшие, расскажет наш корреспондент Иван Бер. Он на месте событий. Находимся рядом с автомобилем, в котором ехал предположительно виновник ДТП. Ну, я вот хотел бы обратить внимание на то, с какой скоростью он двигался. Вот вы видите, передние колеса автомобиля из титанового сплава раскрошены, словно были сделаны, я не знаю, из дерева, перед полностью в гармошку. Удар был крайне сильный в стену. И как раз вот на этом месте, где сейчас расположены Infiniti, находились три пешехода. Они пытались пройти по зебре по своим делам. Все подробности у меня есть, я вам расскажу, кто там был на самом деле. Но я сейчас предлагаю просто посмотреть моменты самой аварии. Вот мы видим, как на улице Остоженки на большой скорости вылетает белый Infiniti. Из переулка выезжает Mercedes. Infiniti бьет Mercedes в заднюю правую часть. Mercedes разворачивает, Infiniti вылетает на тротуар, сбивает людей. Ну, естественно, останавливается. Кто был за рулем Infiniti?
видите, нам удалось узнать и также удалось побеседовать с этим человеком. Это был начинающий рэпер LA, но по его словам, он действительно превысил скорость. Как он говорит, ехал с красного на зеленый. Что самое интересное, на этом участке дороги, в принципе, на большой скорости ехать нельзя, потому что здесь пешеходная зона, пешеходные переходы, но это не более 20 км в час максимум. Почему он превысил скорость? Вот мы с ним пообщались, вот что он говорит. Пытался остановиться. Не успел. Летел в машину и меня выкинуло на пешеходу. Нет, небольшая скорость. Уходила от удара, соответственно, ну, машина от удара куда-то убирает. Соответственно, ну, это уже не контролируется. То есть, ну, я врезался, машина дальше не контролирует. Вот и все. Уезжала машина, да. Просто уезжала машина, я попал. Нет, все. Вот. Все. Был красный, переходящий в зеленый. Но, как мы видим, сам рэпер LA находится, так скажем, при доброй памяти. У него сработали подушки безопасности в машине. Сильно он не пострадал, чего не скажешь о пешеходах. Здесь есть даже некоторые фрагменты. Я не могу вам по понятным причинам их показывать. На плите кровь достаточно в больших количествах. Есть и некоторые фрагменты. Но и я вам скажу честно, есть вот очевидец, который был здесь после той минуты, когда произошло столкновение, вот как она описывает эту ситуацию. Ну, то, что вот, значит, этот белый, не знаю, называется. Infinity, да, влетел на красный свет, а с трёк выезжал черный Мерседес. И они столкнулись, а девушки шли по здесь. Одной девушке оторвалась, ее увезли. Здесь же университет, здесь всегда выходят люди, как бы пешеход. Пешеходов больше намного, чем. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Вот, как мы видим, им еще предстоит выяснить все причины произошедшего. Кто был из пешеходов на тротуаре, нам удалось выяснить. А вот одна из пешеходов, женщина, она пострадала очень сильно. Вообще два пешехода в тяжелейшем состоянии. Ну и женщина также. Вот, между прочим, я хочу показать вам этот момент трагедии. Вы видите, вот сейчас внизу на плитке ботиночек, он как раз-таки принадлежит пострадавшей женщины. Как нам удалось выяснить, это учитель немецкого языка в лингвистическом колледже, который расположен здесь неподалеку. Но на самом деле это злая ирония судьбы. Дело в том, что она пыталась снять деньги с карты. Вот здесь в двух шагах буквально у нее заживала карту. Поэтому она немного задержалась, вышла на тротуар и произошло это столкновение. Если бы не карта, она бы прошла чуть раньше и, по крайней мере, с ней бы ничего не случилось. Вот нам удалось на месте пообщаться с ее учениками. Они не успели ее дождаться. Они видели, что она опаздывает на пару, отправили ей смс. Она ответила, что я немножко задерживаюсь. И на следующие звонки она уже не отвечала, как нам сказали студенты. Она сейчас жива, но находится в тяжелом состоянии. Преподаватель немецкого. Ребята говорят, вот с моего курса, что к ним не пришла она на пару. Написала, что у нее карту заживала. Ну, очень жалко ее, потому что она очень хороший преподаватель и человек, она на встречу всегда шла и уважительно относилась ко всем. Но в прошедшем времени они не хочу говорить, потому что. Что с водителем Мерседеса? Ну, он тоже сильно не пострадал. Его автомобиль пока находится в центре проезжей части. Вот мы видим, удар как раз-таки пришелся на заднюю левую часть автомобиля. Сам же водитель и предполагаемый виновник этого ДТП, рэпер LA, уже сейчас общается с сотрудниками правоохранительных органов. Его уже забрали. Ну и пешеходы, которые пытались перейти улицу, как я уже сказал, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Иван Бер, Юрий Заболотников, Евгений Неумоин, Григорий Коновалов, Михаил Поздняков, Москва, 24. Что ж, нам удалось... Намерен добровольно компенсировать ущерб всем пострадавшим. Об этом в своих показаниях в полиции сообщил рэпер Эльмин Гулиев, который сбил пешехода в центре Москвы. Музыкант гнал по остоженке, игнорируя светофоры. После столкновения с Мерседесом его Infiniti вылетел на тротуар. Люди получили тяжелейшие травмы. Что сейчас с пострадавшими и какой срок светит артисту, расскажет Александра Панкратова.
Перекресток Остоженки вблизи 47-го дома всегда оживленный. Именно здесь и произошла авария. Эти черные полосы есть следы того жуткого ДТП. Водитель вылетел на тротуар и врезался в дом. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. За рулем белого «Инфинити» Эльмин Гулиев, больше известный как рэпер LA. Иномарка таранит черный «Мерседес» и на скорости сносит пешеходов и прижимает к зданию. Среди пострадавших оказалась Надежда Тухтарова, преподаватель немецкого языка в Московском лингвистическом университете. В тот день она спешила на занятия к студентам, попала в больницу в тяжелом состоянии. В реанимации находится, и что у нее там, сознания нету, кровавая потеря большая. Вот вчера вроде перекачивали кровь там и так далее. Ну вот и все. Нового пока ничего нет. А с ногой что? Ну вот нога, по-моему, у другой девочки была. У мамы таз раздроблен, там по частям кости собирали. Сейчас студенты Надежды Тухтаровой собирают деньги на возможную реабилитацию. В результате аварии пострадали еще двое пешеходов. У мужчины перелом позвоночника, у женщины открытый перелом ноги. Врачам пришлось ампутировать левую лодыжку. При этом сам Гулиев почти не пострадал. Пытался остановиться, но не успел. Летел в машину и меня выкинуло на пешеходов. Врезался, машина дальше не контролируемая. Был красный, переходящий в зеленый. Ехал с улицы Остоженка, то есть операцию переулок. Стал выезжать на зеленый сигнал светофора, несет, ну, ехала «Инфинити». На запрещающий сигнал светофора она ехала на красный. На скорость? Большой скорости. Я, ну, 100 точно было так. Поддержать рэпера и заодно забрать его вещи из разбитой машины приехал друг Аркадий. Ну, если бы он ехал с превышением скорости, то, я думаю, люди бы... Ну, не остались бы в живых. Но все трезвые, вы что, издеваетесь, что ли? Да. Как можно в понедельник в, там, 5 часов вечера быть пьяным? Все трезвые. Эксперты считают иначе. Они уверены, по Остоженке Гулиев гнал на запредельной скорости и проехал на красный. Там очень странная ситуация, потому что ведь перед «Мерседесом» выезжал второй автомобиль. Он точно видел второй автомобиль. И, видимо, как раз решил, что это единственный автомобиль, который будет пересекать, и поэтому принял решение нарушать правила, потому что все равно какой-то это осмысленный шаг. Человек не просто так, он вменяемо ездит. И ошибкой было, во-первых, позднее торможение, во-вторых, если ты уже начал тормозить, и поворачиваешь при этом, то не забывай крутить рулем. В отношении Эльмина Гулиева возбуждено уголовное дело. Рэпер задержан. За процессом пристально наблюдают народные избранники. Ждут честного и справедливого суда. Это человек, который считает, что ему ничего за это не будет. Потому что он известный, он певец, он рэпер, якобы мажор. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут очень серьезную и беспристрастную оценку выходке Гулиева, вернее, его преступлению, которое он совершил, и больше он никогда в жизни не будет давить людей, переезжая на красный сигнал светофора. В ближайшее время в отношении Гулиева будет избрана мера пресечения. Разбитую иномарку рэпера отправили на парковку отдела полиции, и оказалось, что она стоит рядом с джипом Михаила Ефремова. Александра Панкратова, Максим Кисляков, Сергей Цветков, Светлана Яковлева, Михаил Поздняков, Москва-24. Рэпер Эльмин Гулиев, который сбил на Остоженке людей, находится в СИЗО. А трое пострадавших в аварии сейчас в больнице с довольно серьезными травмами. Одной из пострадавших даже ампутировали лодыжку. Сегодня Гулиеву должны вынести меру пресечения в суде. За событиями следит Маша Валиева. Она с нами на прямой связи со студией. Маш, ждем от тебя всех подробностей, когда проходят вот такие довольно громкие процессы. Очень много, я знаю, по своей работе, так скажем, в поле корреспондентской можно узнать. Да, коллеги, сейчас все журналисты находятся
находятся на улице, ждут, когда же пресс-служба суда разрешит войти внутрь. Сейчас решается вопрос, в каком зале будет заседание. Рэпера Эльмина Гулиева доставили сюда в автозаке буквально 5 минут назад, хотя за час до этого привезли сюда материалы уголовного дела. Его подозревают в том, что он виновник ДТП на Остоженке, которое произошло 21 сентября. По версии следствия, молодой человек превысил скорость, выехал на красный свет светофора, в результате протаранил Мерседес и сбил троих пешеходов. Вот известно, что у учительницы немецкого языка, у преподавателя немецкого языка, которая преподавала немецкий в Московском лингвистическом университете, перелом таза и сотрясение мозга. Тяжелыми травмами был госпитализирован и мужчина. У него перелом позвоночника, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма. И еще женщина была доставлена в больницу с переломом ноги и пришлось ей ампутировать левую лодыжку. Ехал с улицы Остоженко, то есть операцию переулок. Стал выезжать на зеленый сигнал светофора, несет, ну, ехала «Инфинити». На запрещающий сигнал светофора она ехала на красный и на большой скорости. Я, ну, 100 точно было это. Эльмин Гулиев, известный многим как рэпер LA, прокомментировал сразу после ДТП свои действия, рассказал, что ехал на зеленый свет светофора, точнее, выехал на красный, который должен был переключиться на зеленый. Пытался остановиться, но не успел. Летел в машину и меня выкинуло на пешеходов. Врезался, машина дальше не контролируемая. Был красный, переходящий в зеленый. Сейчас машина рэпера LA находится на парковке ОВД ЦАУ рядом с машиной Михаила Ефремова. После ДТП на Остоженке было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 264 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ну а я и мои коллеги продолжаем ждать, когда же нам разрешат войти в здание суда, и мы попробуем там пообщаться с рэпером. Коллеги. Маш, спасибо. Это была Мария Валиева с последними подробностями по делу рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов в центре Москвы.